Официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками управления КА МВД России совместно с коллегами из АДГИ, Москвы, Московской области, а также при содействии полицейских ряда других регионов пресечена деятельность злоумышленников, жертвами которых стали сотни граждан России и ближнего зарубежья. В начале текущего года в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории России действуют фиктивные интернет-магазины по продаже автозапчастей. Их клиенты жаловались, что были обмануты лжепредпринимателями. Заказав запчасти, люди не получали их, и возвращать деньги им никто не собирался. Установлено, что администратор указанных магазинов общался с клиентом при помощи популярных чат-программ, убеждал их в наличии интересующего товара и просил перевести деньги на счет банковской карты, зарегистрированной на подставных лиц. После поступления денег общение с обманутыми покупателями прекращалось, и злоумышленники переходили к следующей жертве. Сумма причиненного ущерба за 3 месяца существования сайтов исчисляется миллионами рублей. В ходе проведения оперативных мероприятий на территории нескольких регионов России установлено, что создателем и администратором указанных интернет-ресурсов, а также идеологом мошенников, является 20-летний житель подмосковного Красногорска. Злоумышленник задержан и уже признался содеянным. В ходе обыска в его квартире обнаружены изъяты компьютеры, которые он использовал для администрирования мошеннических сайтов, сим-карты и мобильные устройства с установленными программами для общения с жертвами, банковские карты и наличные денежные средства. В настоящее время ведется розыск возможных сообщников задержания. Расследование продолжается.